Еще я хотел бы сказать о очень близком мне человеке, которого я очень люблю, и который, к сожалению, не является сейчас частью, так сказать, российской эстрады, он остался частью советской эстрады. Даже я примерно догадываюсь уже о ком. Да, это Вахтанг Константинович Кикабидзе. Шита Маргарита. Да. Вы знаете, светлый человек, мощный человек, и я скажу вам, что его поставили перед выбором, и он не мог поступить иначе. Его поставили перед выбором, ему вручали Орден Дружбы тогда, когда в самый разгар конфликта. Вот. И ну как он должен был поступить? Если бы он принял как мужчина, бы, как грузин, если бы он принял бы этот орден, он тогда не мог бы никогда приехать в Грузию. В Грузии это не прошло бы незамеченным. Но это его родина. А знаете, если бы все, если бы не поставили бы его перед таким выбором, я думаю, он бы нашел бы слова, он бы нашел бы некую свою позицию, чтобы не портить отношения ни с кем, потому что ему безумно были любимы зрители в России, он любит Россию и продолжает ее любить, и я знаю, насколько в России его любят.